привет всем! Мы находимся в Доминиканской Республике на одном из самых культовых кайтовых спотов мира, в деревне Кабарета, что находится на севере Доминиканской Республики и омывается Атлантическим океаном. Вот так вот выглядит первая линия возле воды Кабарета в Доминикане. Все гостиницы здесь кайтовые. Вот наша вилла Таина отель. Здесь есть достаточно развитая инфраструктура. И вот специальные велики, которые можно арендовать для того, чтобы по пляжу поездить, потому что они очень большие. Вот это такая зеленая зона, бассейн, вот такой вот гостиничный комплекс. Вот там у нас хранятся наши доски, наш экип. Вот это наш бар, где мы тут заправляемся между покатосами. Здесь большая лаунж-зона. Здесь столовка двухэтажная, тоже с хорошим видом. Большая зона выхода к воде. У нас сегодня очень даже неплохо дует. Вот по флажкам видно, здесь есть волейбольные площадочки, кайтики разложены. Вот это кайтовая зона, здесь компрессор. Вот, ну и конечно сегодня пришла гигантская волна. Природа создала здесь уникальную бухту, которая с двух сторон огорожена рифами, на которых возникает волна, и при хорошем ветре можно посерфить на серфовых досках. Ветер дует с северо-восточного направления, такой вот сайдшор вдоль вот этой бухты, и начинает его раздувать в основном где-то с часу дня, когда выходят на 2-3 часа ребята на гидрофойлах. К вечеру ветер усиливается, и в акваторию выходят все на твинтипах. Ну а если большая волна, то на серфовых досках. Один кайтовый магазин кайтшоп, второй кайтшоп со школой. Здесь много. И тут, конечно, такой трэш, именно островной. Ну, конечно, говорят, Доминикана без мамы Фуаны. Доминикан мама Фуана, из Доминикан Биагара. Номер один, Доминикан Биагара. Все поняли? Я ничего не понял, но понял, что это такое местное пойло, оно продается везде, на культовых кайтовых спотах. Такие, как здесь, Кабарета Доминиканской Республики. Кайтеры по вечерам пьют свои культовые напитки. Вот пинаколада, вот мохито, вот кайпериния. Такой известный напиток, как пинаколада, кубинский. А вот это такое извращенная пинаколада, она вот в ананасе прямо. И местный культовый афродизиак шот мама Хуана. Из местных растений. Ну и два новых коктейля: папа банана и мама банана. В то же время здесь находится Кайт Бич, и мы видим большой пологий выход с небольшой глубиной. Но здесь уникальное место для гидрофойлеров. В принципе, здесь и находится гостиница, в которой селится в основном гидрофойлеры. Сразу же начинается глубина, и поэтому очень удобно выходить на гидрофойле и уходить.
На самом побережье бухты Кабарета находится более 30 отелей и разных хостелов для кайтеров, а также около 10 кайтовых станций и школ. Кайтбординг и гидрофойл, и дайв тут. Кроме этого, ребята организуют даунвинды. Ямы, 35 километров, just downwind. Yes. Так что мы поедем, попробуем. Вот, потом расскажу тебе, как это получилось. И здесь же рядом кайт-бич. Стоит бич-сервис от 10 до 20 долларов. Но здесь со мной произошла неприятность. Несмотря на то, что я на станции заплатил за VIP-сервис с гарантией, что за мной будут наблюдать и, если необходимо, спасать, меня забыли в море. Один раз при катании под закат кайт с переклёстом заживало в прибое на рифе, где-то 1.5 километра от берега. Доску унесло, полчаса перестартовывал и вошел в ночь, поэтому где-то около часа бодидражил к берегу. На берегу и на станции уже не было никого. Даже кайт не было кому принять. Все свалили, даже мой ключ от номера закрыли хранилки. И пришлось 2 часа ждать аборигенов. Поэтому никому верить нельзя, вся надежда только на себя и друзей. Доминиканская республика для американцев — это как для нас Турция. Такой недорогой курорт, который намного дешевле даже по сравнению с их Майами. Здесь в течение года температура 30 градусов. А самыми ветреными месяцами являются январь, февраль, ну и летние месяцы. Кайтинг настолько изменил турпоток Кабарета, что многие гостиницы даже на своих заборах начали изображать кайты прямо в камне. Можно найти целые произведения искусства, сидящие на ветре кайтеры. Интересно, что вечером, прогуливаясь вдоль единственной улицы Кабарета, к вам через каждые 5 минут на скутере подъедет местный и предложит кокаин, марихуану, а также девушку, которая сидит на заднем сиденье. Если отказываешься, через пару минут подъедет следующий. Просто конвейер, секс и драгуслуг. Тут разрешена проституция с 15 лет. В среднем в кабане платишь $25 за 4 часа и можешь там заниматься всем, чем хочешь. Там целый зал девчонок, так что все платят налоги, всем хорошо. Вся ночная жизнь Кабарета, вот такие вот вдоль пляжа кафушки некоторые, такие вот ансамбли играют, и все это на берегу океана. Попали на кайтовый спот Энсуэнтра. Здесь достаточно широкие поля для того, чтобы разложить кайты. Но в основном этот спот считается серфовым. И здесь собираются серф-школы. Никогда не понимал вот эти вот 5 секунд проезда. Ну и, конечно же, это место используют для того, чтобы закончить даунвинд ребята, которые стартуют с Лабоки. Именно из-за очень благоприятных условий для своих резиденций Доминиканскую республику выбрали Билл Гейтс, Стэтхэм. Здесь устроил свою студию звукозаписи Sting. Здесь резиденция Мадонны. Это называется Kaina Pictures. Картинки, которые вот так вот выполнены в такой технике. Это именно такая доминиканская. This is by hand, handmade. Some gas, and this is the power gas, and this is the moons. Moons. Вот это 3 бога Таилы.
здесь снимался фильм «Пираты Карибского бассейна». Говорят, что и по-настоящему база пиратов Карибского бассейна находилась здесь, в Доминиканской Республике. А вот небольшой лайфхак, который мы открыли в кабарете. Когда мы используем для флетика обыкновенный твинтип, а для вейва используем серфовую досочку с правильными плавничками и так далее, то в прошлом году у нас появился такой дабл-агент, который очень неплохо ведет себя как серф дирекшн на волне и в то же время является плитой для гидрофойла. Хочу сказать, что сравнивая вот эти три доски, лучше брать тогда с собой на поездку один твинтип и один дабл-агент. Каждый день нагоняются сюда водоросли, но в правильных коктейлях их собирают, а самое и закапывают, и они потихоньку там пованивают немножко. Здесь же снималась знаменитая реклама Баунти. Здесь же, по мнению Трампа, лучшие места для гольфа. Здесь же обосновался Брэд Питт с Анджелиной Джоли, Джордж Буш, Билл Клинтон. Здесь берет свое начало магия вуду и танцы бачата. Ничем не отличаются от нас. На мотороллерах приехали, поставили колоночку, пляжик такой. И отдыхают ребята в месте, где речка впадает в океан. Лавока стала классным спотом для любителей флета у приезжих кайтеров и как место отдыха у локалов. Ну вот мы попали на место даунвинда. Пляж такой бесконечный, конечно, как в Доминикане все пляжи, но очень-очень грязный. Очень много водорослей. И, конечно, брать даунвинд не всегда имеет смысл. Почему? Потому что на гидроноге ты можешь легко вырезаться, что, в принципе, я и сделал. Вырезался на 25 километров в ту сторону, посмотрел вот те все горы, посмотрел все эти пляжи и вернулся обратно. Особого восторга от даунвинда без вейва я не вижу. Конечно, когда дует много дней подряд, и ты колбасишься на волне, где в бухте достаточно большой чоп, очень большая нагрузка на спину и на колени. То есть катаешься, при этом БЦА и протеины дают тебе силы, а глюкозамин, хондроитин спасает твои колени и спину. Всем пока, хорошего покатоса и до встречи на лучших кайтспотах. Всем шака!